S имеется скрытый. И будем менять старую пломбу несостоятельную на новую, красивую и функциональную. Проходи, пожалуйста, в кресло. Давайте седьмую часть гриппа. О, классный выбор. Инструкция, как нужно ручки мыть. Молодец. Мы сегодня с тобой завершаем санацию. Помнишь, да? Самый крайний зуб. И потом смело идем ставить брекеты. Или капы. Хорошо. Открывай ротик. Давай посмотрим. Какую мы пломбочку. Я сейчас помажу слизистую специальным гелем. Помнишь, да? Открывай. Делаем глубокий вдох. Дыши носом. Глубокий вдох, выдох. Мало. Молодец. Как самочувствие? Хорошо. Да, резко не встаем, аккуратно поднимайся. Давайте стресс. Немножко смотри. Это ситуация до лечения, да? Мы видим, что пломба у нас несостоятельная, не герметичная, и вот тут на контакте был кариес. Вот он. Когда мы убрали старую пломбу, обнаружили кариес под пломбой, и, в принципе, диагнокат нам тоже выдавал этот диагноз. Так выглядит чистая полость. Вот эту легкую деминерализацию фиссурки мы оставляем, это не нужно лечить, это просто пигментация. И восстановили, заполировали. Десна успокоится. Какие вопросы? Никаких. Отлично. Все, можно смело идти на ортодонтию. Ко мне, пожалуйста, не забывай приходить каждые полгода, чтобы мы могли проконтролировать появление нового кариеса, либо проконтролировать состояние наших пломб. Очень благодарна всем сотрудникам стоматологической клиники Dental Fantasy. Здесь работают большие профессионалы своего дела. Особенно хочу выразить благодарность Рафаровой Гюмель. Она пролечила мне все зубы. Она профессионал в своем деле. Большое спасибо.